Sports. It's in the game. Этот день настал. Позади 9 долгих месяцев и десятки команд, которые не смогли остановить вот эти две команды. Кто-то из них станет лучшим в Лиге Европы. А кто именно, мы узнаем сегодня. Георгий Черданцев вместе с Константином Геничем и неповторимой атмосферой решающего матча приветствует вас. Пришло время финала Лиги Европы. Отличный футбол ждет нас сегодня. Ну что, долгая и сложная дорога позади. Да и что там, целый футбольный сезон практически позади. В Лиге Европы остается сыграть только один матч, и это финал. Весь смысл турнира, вся его футбольная суть на ваших экранах. И вашему вниманию стартовый состав Айнтрахта. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Велодром первоначально предназначался для проведения не только футбольных матчей, но и велогонок. Отсюда, собственно, и такое название стадиона. А также здесь проводились соревнования по легкой атлетике. Церемония открытия стадиона состоялась в 1937 году, когда главным событием стала встреча между марсельским Олимпиком и итальянским Турином. Хозяева одержали победу со счетом 2-1, положив таким образом начало славной истории стадиона. И смотрим на состав Барселоны. Три нападающих. Это серьезная угроза для соперника. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Игра началась. Смотрим. Мяч у соперника теперь будет. Фрэнки де Йонг. Лионель Месси. Отлично сыгран. Себастьян Роден. Штефан Ильзанкен. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Что-то он может придумать с мячом сейчас. Есть штраф. Андрей Сильва. Феноменальная игра Тер Штегена в этом моменте. Уверен, видел уже игрок мяч в сетке, но у вратаря другое мнение. Центр, штрафной мяч. И голкипер внимателен, сконцентрирован. Он в порядке. Луис Суарес. Антуан Гризман. Фрэнки де Йонг. Хороший прессинг соперник показывает. Лионель Месси. Отличный проход. Месси ведет за собой команду в атаку. Артур. Здорово сыграно. Не дали времени что-то создать они и начали сами прессинговать, и отобрали мяч. Бускетс отлично играет и перехватил мяч. Есть фаворит в этом матче или нет, финал – штука абсолютно непредсказуема. Тут большую роль играет психология. Как общекомандная, так и настрой каждого отдельно взятого футболиста. Потери и мяч у соперников. Бускетс. Уходит мяч от Лео Месси. И как он дальше мячом распорядится? Андрей Сильва! Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше.
Серхио Бускетс. Процент его точных передач близок к 100. Да, и при этом еще Серхио Бускетс очень здорово играет в атаке. Офсайд. Артур. Фрэнки Де Йонг. Нет, не дошел этот пас до адреса. Без мяча остаются они. И без мяча они остаются. Играет в пас команда. Товарищ Лайнсман, а вы уверены, что вне игры все-таки было, а? Серхио Бускетс. Дарит Бускетс мяч сопернику. Андре Сильва. Де Йонг. Артур. Отличное видение игры. Очень здорово он в перехвате сыграл. Есть свободное место на фланге. Партнеры поддерживают эту атаку. Алмави Туре. Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. В игрока мяч попадает. Артур. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Бускетс. Пике. Фрэнки Де Йонг. Потерян мяч Барса. Равная и осторожная игра у нас. Никто не хочет давать сопернику возможности выйти вперед. И пока что в основном идет игра без ворот. Офсайд сигнализирует боковой. Бускетс. Мяч у соперника. Андре Сильва. Артур. Есть пространство, есть варианты для развития контратаки. И тут может что-то получиться. Отличный пас в разрез. И счет открыт. Барселона забивает. Отличное завершение атаки в этом моменте. Браво, Минска Барса. Мог он несколько раз в моменте с голом отдать передачу. Но мне кажется, он прекрасно понимал, что поймал вот этот момент, почувствовал уверенность в своих силах и решил действовать самостоятельно. Взял на себя ответственность и забил мяч. Барселона забила и вышла вперед, и игра возобновляется. Филипп Костич. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Серхио Бускетс. Все в рамках правил, можно играть. 2 минуты добавлено к основному времени тайма. И нет больше мяча у Барселоны. Андре Сильва. Отлично защитник играет. Накрывает игрок этот удар. Отправились команды на перерыв. Первый тайм финала Лиги Европы позади. Одной из команд все же удалось обеспечить себе преимущество по итогам первого тайма. Ну и для финала, может быть, это не самый яркий матч, но
Кто знает, что нас ждет в тайме втором. Смотрим. Начинается второй тайм финального матча Лиги Европы. Возможно, уже через 45 минут мы узнаем победителя. Продолжаем смотреть этот матч. Артур. Артур. Плохо сыграно, мяч потерян. И снова точно. Он сегодня просто великолепен в игре в пас. Артур. Серхи Роберт. Месси. Пас на Луиса Суареса. Спасает вратарь, но мяч у атакующей стороны. Барселона будет бросать мяч, и до ворот совсем недалеко. Антуан Гризман. Атака остановлена, но кто получит мяч? Вполне логичная замена. Команде нужно добавить опора, страсть и скорость. Артур. Очень грамотно он сыграл сейчас и перехватил мяч. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Артур. Суарес. Фрэнки де Йонг. Как уходит он от... Есть удар! Транзитом через перекладину мяч влетает все-таки в сетку. Мне кажется, даже на верхнем ярусе стадиона было слышно, как зазвенело перекладина после этого удара. Да, приложился он действительно здорово, хотя по замаху было видно, что игрок бил не на точность, а скорее на силу. У тренера все хорошо. Его команда не замечает сопротивления соперника на поле. Счет 2-0 у нас. Надеюсь, на этом команды не остановятся. Почти все его пасы сегодня достигли цели. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. И с мячом он идет вперед. Пас Дост. Просто великолепно он в этой ситуации разобрался и мяч перехватил. Суарес. Потерян мяч Барса. 30 минут играть осталось. Это Пике в отборе игра. Идут они в атаку. Команда хорошо играет в пас, но нужно забивать. И тогда дальше игра пойдет повеселее. Выходит голкипер, ловит мяч и, в принципе, может сразу начинать атаку. Ну что же, умение действовать не только на ленточке. Это одна из основных задач вратаря. Да, вовремя он вышел из ворот и сыграл просто идеально. Есть адрес у этой передачи. Артур. Что-то он может придумать с мячом сейчас. С такого стандарта вполне можно добиться успеха. Для Месси такое расстояние вообще не помеха. И он попробует пробить. Подготовился, мяч у него в руках.
Луис Суарес. Ключевое влияние на результат окажет сегодня состояние вот этого футболиста. Когда Луис Суарес в форме, он способен в одиночку растерзать защиту соперника. Если Суарес ловит волну, то все, сопернику не сдобровать. Сыграно жестко, но в рамках правил. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Серхио Бускетс. Луис Суарес уже забивал сегодня, поэтому и тут может что-то получиться. Потеряла атака нужный импульс, прежде чем докатилась до ворот соперника. Прошел пас, Гризман с мячом. Гол, это Гризман! Да, как же здорово сыграл француз в этом моменте. Просто брависсимо. Еще один гол Барса забивает и окончательно снимает все вопросы о победителе этой игры. Что и требовалось доказать. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. Тренер Барселоны проводит замену. Но теперь матч можно с полным правом назвать в одну калитку. Переходят они в атаку. Есть адрес для передачи, нужно пробовать. Дост, забивать нужно. И вот он гол, вот их награда за игру с высоким прессингом. О да, давили они соперника и не давали ему с мячом ничего сделать, кроме как отдавать быстро и не всегда точно. Это и привело к результату. Браво нападающий, подкараулил этот отскок, сориентировался, а вот голкипер в этом эпизоде сыграл неудачно. Да, я бы тут отметил нападающего, который все очень здорово рассчитал. Ну а вратарю, наверное, можно только посочувствовать. Уже 4 гола в этой встрече забиты, 3-1 счет. Видаль. Классно он мяч перехватил. Отличную игру прочитал сейчас. По такой игре у соперника нет шансов. Почти что игра в одни ворота сегодня получилась. Классическую Барселону мы сегодня видим. У соперника практически нет шансов. По ним сегодня проехали настоящим каталонским катком. И сейчас главное, что они смогут сделать, чтобы не позволить Барселоне забить еще. Пас Дост. Без мяча остаются они. Пас на ход партнером. Ну, не смогли придумать продолжение в этой атаке и потеряли мяч. Де Йонг. Серхио Бускетс. С виду Бускетс не самый грозный игрок, но как он работает корпусом. Даже самый изворотливый соперник почти не имеет шансов добраться до мяча, когда спину ставит Серхио Бускетс. Корпусом работает он очень филигранно. Готов свежий игрок войти у нас в игру. Фрэнки Де Йонг. Серхи Роберт. Потеря, все, в оборону. Месси. Месси! В игрока мяч попадает. Подает Гризман. Жерар Пике. Де Йонг. Вдвоем защитники встают на пути игрока, знают, как он опасен сегодня. Суарес, забивай! Луис Суарес! Гол! Не удержать, не удержать этого уругвайца! Классный гол! Ну что ж, еще один гол. Команда не останавливается и продолжает играть для зрителей. Да, игра уже сделана. Разницу забитых и пропущенных мячей никогда не победит.
англичане берут верх сегодня. Если не согласны, посмотрите еще раз на табло. Счет говорит сам. Себастьян Рон. Бас Дост. Бас Дост. Вратарь забирает мяч. Все! Мы знаем победителя Лиги Европы УЕФА этого сезона. Великолепный розыгрыш выдался и достойный финал. И эта команда абсолютно заслужила победу. Достойный победитель. Мы с радостью поздравляем всех болельщиков этой команды. Это потрясающий момент в истории клуба. Ну что, все готово к официальной части и награждению. Команда, выигравшая Лигу Европы УЕФА в этом сезоне, готовится принять этот престижный трофей из рук первых лиц футбола. Посмотрите на эти счастливые лица. Игроки уже готовы получить кубок. Им не терпится поднять его над головой. Отдайте его уже им. Пришло время показать болельщикам поближе то, ради чего все это было. Да, подходит к трибунам команда и вместе с ней завоеванный трофей. Команда в полном составе на поле, и все готово к памятной чемпионской фотографии. Это история клуба, которая творится у нас на глазах. Это фото будут рассматривать будущие поколения игроков. А эта победа поведет их к новым успехам.